Малярная мастерская Тома. Эй, Карл, ты такой серьезный сегодня. Что случилось? А, ты едешь к Тому? Том! Эй, Том, ты здесь? Доброе утро! И добро пожаловать в малярную мастерскую! Том, Карл хочет выглядеть как Бэтмен. Ты можешь ему помочь? Отлично, Том. Давай начнем с серой краски. Что дальше, Том? Ты прав. Воспользуемся большой кистью. И желтая краска. Получился отличный желтый ремень, Том. Что дальше, Том? Летучая мышь! Потрясающе! И маска! Настоящий Бэтмен! Спасибо тебе большое, Том! До новых встреч, друзья! Привет, Фрэнсис! Ты выглядишь взволнованным. Ты едешь в малярную мастерскую Тома? Каким героем ты станешь? Ты хочешь, чтобы мы угадали? Хорошо. Может, тогда дашь подсказку? Ты будешь Микки Маусом. Здорово! Привет, Том! Ты готов превратить Фрэнсиса в Микки Мауса? А вот и он! Давайте начнем. Что сначала? Аэрозольная краска. Отлично. Какие цвета нам нужны? Черный, красный и желтый. Каким цветом воспользуемся сначала, Том? Черным. Хорошо. А следующий цвет будет желтым? Ладно. А как насчет красного? Поднимай-ка свой подъемник, Фрэнсис. Выглядит очень похоже на штаны Микки Мауса. А теперь пора взяться за желтую краску. Чудесно! Твой подъемник слишком высоко, Фрэнсис. Кисть не достает.
Ты не мог бы чуть-чуть опустить его? Отлично! Что нам еще нужно? Закрой-ка глаза, Фрэнсис. Мы немного их подкрасим. Вот так, намного лучше. Мышиные уши такие же, как у Микки. А хвост у тебя есть для Фрэнсиса, Том? Идеально! Что-нибудь еще? Пуговицы! Превосходная идея! Давай прикрепим их сначала на левой стороне. На правой стороне тоже сделаем. Кажется, тебе нравятся эти пуговицы, Фрэнсис. Замечательно! Давай-ка вернемся в автомобильный город и покажемся всем! Эй, Фрэнсис, можешь помахать хвостиком, как мышка? Пока, Том. Спасибо тебе. Ух ты, Фрэнсис. Ты выглядишь точь-в-точь, как Микки Маус. С Рождеством, Фрэнк. Том собирается превратить тебя в кого-то особенного. В кого же? В Санта-Клауса. Здорово! Эй, Том. Не могу дождаться, как ты превратишь Фрэнка в Санта-Клауса. А вот и он. Заезжай. Что сначала, Том? Нужно убрать лестницу Фрэнка. Хорошо. Что дальше? Нужно вырезать из дерева боковины саней. Отличная идея. Великолепно! Теперь нужно сделать такую же для другой стороны. А что в бутылке? Клей, чтобы покрасить планки. А, понятно. Прекрасно! Теперь нужно сделать то же самое с другой стороны. Uh-huh.
А теперь что? Красная аэрозольная краска. Хорошая идея. Малярная мастерская Тома. Поезд Трой сегодня в отличном настроении. Эй, Трой, ты почему такой счастливый? Ты только что был на побережье. Здорово, а куда ты направляешься сейчас? Ух ты, какой чудесный день. Сначала ты был на пляже, а теперь Том приедет к тебе со своими красками. Счастливчик. Приветик, Том. Ты выбираешь краски для преображения Троя? Ты еще не знаешь, в кого его превратить? Может быть, ты превратишь его в морское существо? Он ведь только что вернулся с пляжа. Том, ты уверен, что это тебе нужно? Да, это подойдет. Хорошая идея. Ты сможешь нарисовать детали, если возьмешь и черную краску тоже. Может быть, стоит взять и большую, и маленькую кисточки, на всякий случай. Отлично, это все. Ну, конечно, твой секретный чемоданчик. А что же там внутри? Плавники! Ты превратишь Троя в акулу? Он собирается превратить тебя в акулу, Трой. Смотри, у него есть даже акулий нос. Тому нужно развернуть тебя на платформе, чтобы он смог покрасить тебя в основной цвет. Ты можешь уже открывать глаза, Трой. Следующий цвет только для твоего живота. А теперь немного деталей. Что это, Том? Ах, это же жабры! С их помощью акулы и другие рыбы дышат под водой. Трой, ты знал это? А теперь Том собирается придать тебе особенный вид.
Выглядишь потрясающе, Трой, но чего-то все еще не хватает. Том прав, тебе нужны акульи плавники. Так-то лучше. Выглядишь просто невероятно, Трой. Я уверен, тебе не терпится поехать и всем показать свой новый внешний вид. Том, Трой собирается вернуться на пляж. Не хочешь поехать вместе с ним? Вам, ребята, нужны солнечные очки. Прекрасного вам дня, друзья! Не перегрейтесь! До новых встреч! Малярная мастерская Тома. Малыш Чарли сегодня в отличном настроении. Он собирается поехать в малярную мастерскую Тома для перевоплощения. Привет, Том! Ты готов к перевоплощению Чарли? В какого героя ты собираешься его превратить? Из Чарли получится отличный Покайо. Такой же весельчак, как и он. Том говорит, тебе нужно надеть защитные очки, Чарли. У тебя найдутся маленького размера, Том? Теперь ты готов к покраске, Чарли. Эта голубая краска кажется подходящей, но все же струя будет слишком мощной для маленького Чарли. Том, у тебя ведь есть маленькая банка краски. Я уверен, ты отлично подготовился. Вот так. Основной цвет нанесен. Теперь нужно найти краску цвета кожи Покайо для лица и рук Чарли. У Покайо светлая кожа, не так ли? Хорошо, что ты надел защитные очки, Чарли. Теперь давай покрасим колпаки, как будто это руки. Здорово смотрится, Чарли. Интересно, для чего это? Кажется, это застежки, Покайо. У Тома есть и шапка для тебя, Чарли. Нет, нет, не шляпа ведьмы, ты что?
и не корона. Вот это! Идеально! Ты готов, Покаё! Что случилось, Том? Нужно еще что-то сделать? Для чего это радио? Погоди, Чарли. Кажется, Том забыл дать тебе еще кое-что. Солнечные очки! Невероятно! Теперь ты готов плясать! С таким нарядом и танцами под музыку ты в точности как Покаё, Чарли. Молодчина, Том! До скорой встречи, друзья!